самом популярном месте встреч на столичной Балке в сквере авиаторов сейчас совсем неуютно. Все перерыто. Специалисты разбираются с подземными трубами и проводами. Рядом рабочие кладут плитку. Что происходит на Балке? Подробности у Яны Раховской. Встретимся у самолета. Наверняка все, кто живет в микрорайоне Октябрьский и по народному Балка, так когда-то говорили. Скоро место встречи будет не узнать. Ремонт в парке авиаторов в самом разгаре. Ремонт здесь начался еще весной. Рабочие сейчас выравнивают дорожки и кладут плитку. Мамы проходят мимо и улыбаются. Довольны, что наконец с колясками будет здесь удобно гулять. Плитка была чуть-чуть приподнята корнями, выбоины, детки бегали, спотыкались. А я, конечно, не понимаю, я не понимаю, какой здесь будет проект, как здесь широко будет все расстроено, какие будут качели-карусели для деток. Но в любом случае работа идет, и это как бы очень хороший плюс. Инженеры рядом разбираются с сетями. Скоро здесь можно будет ловить бесплатный Wi-Fi. А еще парк будет под наблюдением. Все коммуникации, которые проходят через территорию сквера, заменены для того, чтобы исключить в дальнейшем их ремонт и, соответственно, разрушение той тротуарной плитки, которая будет и всего ландшафтного дизайна, который будет предоставлен в этом сквере. Вокруг самолета вместо куч с песком вырастут клумбы с цветами, а еще появятся зеленые газоны. Сейчас как раз проводят систему полива. Чего ожидаете от этого парка? Красоты и практичности для детей и родителей. Очень бы не хотелось, чтобы убирали деревья, как во многих парках, после обновления, потому что очень жарко. Вот, хотелось бы, чтобы сохранили деревья в первую очередь, чтобы была тень для детей. Что касается детской площадки, ее отреставрируют и приведут в порядок. Рядом появятся лавочки. Какие, пока не говорят. Интригуют. Будет в сквере авиаторов и освещение. Было обещано главой госадминистрации, что мы сначала приводим в порядок центральную часть города и потом уходим в периферию, в окраины. Вот это один из тех этапов, который соответствует этой нашей стратегии. Потому что в центре мы навели порядок, более-менее навели порядок. Сейчас мы параллельно работаем в других частях города для того, чтобы обеспечить досуг. Сквер авиаторов у горожан – место популярное и любимое. Здесь отмечают праздники, тот же Новый год. Разворачивают субботние ярмарки. Приходят сюда и просто поболтать после работы с друзьями. Завершить большой ремонт у самолета планируют ко Дню Республики 2 сентября. Много деталей пока держат в секрете, не говорят. Говорят, будет сюрпризом для нас всех. Нам остается только ждать. Яна Раховская, Михаил Белый, ТСВ.